Лето – самая беззаботная пора для детворы, но это и самый травмоопасный период. Катание на велосипедах, роликовых коньках, прогулки на свежем воздухе доставляют ребятам массу удовольствия. Однако юные граждане, оставшись без внимания старших, часто получают увечья на дорогах, совершают необдуманные поступки, подвергаются опасности. Поэтому в Центре детского творчества в лагере дневного пребывания стало уже доброй традицией проводить Дни безопасности. В конце июля в гости к воспитанникам лагеря пришли сотрудники отделения полиции ОМВД России по Фрунзенскому району. Полицейский кинолог патрульно-постовой службы Артем Прохоров рассказал о своей профессии и провел показательное выступление со служебной собакой. Временно исполняющий обязанности начальника отделения по делам несовершеннолетних капитан полиции Анна Виноградова и ведущий специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Елена Киселева провели беседу по безопасности детей в летний период. Рассказали о правах и обязанностях детей в возрасте до 18 лет. Ребятам был показан видеофильм о вредных и полезных привычках. Инспекторы ДПС Даниил Залевский и Сергей Ликин провели беседу о профилактике дорожно-транспортного травматизма и показали видеофильм по данной теме. «Мы живем в городе, где существует интенсивный поток транспортных средств, поэтому прочные знания правил дорожного движения должны стать неотъемлемой частью повседневной жизни как взрослых, так и детей». Данная встреча получилась очень полезной и продуктивной. Ребята сразу включились в разговор. Они не только отвечали на вопросы присутствующих, но и сами поднимали интересующие их темы. Профилактическая работа с детьми в летний период очень важна и необходима.